Владивосток, 2 октября 2021 года. Закрытие байкерского сезона. На старт, внимание, поехали! Друзья мои, поддерживаем! Бандит против бандита! Yeah!
Владивосток, утро 9 октября 2021 года. Там стоят сельскохозяйственная техника стоит, всякие трактора, комбайны, ну, белорусские, видимо. На улице уже свежо. Владивосток, 15 октября 2021 года.
Владивосток, 27 октября 2021 года. Покровский парк.
Покровском парке на данный момент проходят работы. Делают там вон впереди тропинки. Там засыпают землю на газоны. Здесь вот новую брусчатку уложили здесь. Места для лавочек специальные, такие кармашки. Вон мелкота там листья подметает ветками. В общем, Покровский парк вот в таком состоянии сейчас. Какое небо красивое. А здесь котики разных мастей. Изображен такой вот тигр. Пацанчик читает книгу под одеялом. И сквер имени Суханова. Люди гуляют с собачками, школьники бегают туда-сюда, родители с детьми. Установлен книжный шкаф.